Этот день у всех с самого детства ассоциируется с мужеством и отвагой. Для тех людей, чей долг защищать страну, свою родину, родных и близких, День защитника Отечества – праздник важный. Военнослужащие 8-й авиационной дивизии особого назначения отмечают его по традиции торжественным митингом. Личный состав воинских частей 8-й авиационной дивизии особого назначения во знаменование Дня защитника Отечества построен. Начальник штаба дивизии полковник Сергунов. Здравствуйте, товарищи! На вас возложена высокая честь. Это защита Отечества в любое время дня и ночи. Желаю вашим близким, вам, родным вашим, здоровья, вам успехов в службе. На этот раз церемония состоялась на Чкаловском аэродроме. В День защитника Отечества военнослужащих поздравили с праздником представители руководства муниципалитета и депутаты. Разрешите от имени главы городского округа Щелкова Булгакова Андрея Алексеевича поздравить вас с Днем защитника Отечества, праздником славы и величия российских вооруженных сил. Созданы сейчас такие вооруженные силы, которые могут защитить не только нас, не только нашу страну, но и весь мир от агрессии. Защитники Отечества – не только те, кто держит оружие в руках, обеспечивая военную безопасность своего государства, но и те, кто трудится в оборонной промышленности, лечит раненых. Люди разных профессий, но объединенные одной целью – защитить рубежи своей страны. 23 февраля – праздник всенародный. Нет, наверное, ни одной семьи, где бы не было в той или иной степени участника Великой Отечественной войны или ветерана Великой Отечественной войны, труженика тыла. Не было бы ветерана вооруженных сил или участника локальных конфликтов. Это действующие, продолжающие нести свою службу, отдавая долг Родине, военнослужащие. На торжественной церемонии многие военнослужащие получили награды за многолетнюю добросовестную службу. В конце митинга под торжественные звуки оркестра состоялся парад в честь Дня защитника Отечества. Анна Балиет, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.